На нашем телеканале продолжается проект «Первоклашка». Свои голоса за участников отдали уже больше 1500 первоурайцев. До конца голосования осталось всего 3 дня. 4 сентября в эфире нашего телеканала выходят видеооткрытки, которые записали 16 школьников. В них первоклашки делятся своими впечатлениями о дне знаний и рассказывают стихи. Ролики можно увидеть как в эфире, так и на нашем сайте первомедиа.ру в разделе «Проекты». В интернете уже идет голосование. Предварительные результаты публикуются ежедневно. На сегодняшний день свой выбор сделали уже почти 600 человек. Итоги подведут в понедельник. Победителей будет несколько. Первого определят зрители, ему достанется приз от генерального спонсора салона «Зеркальный». Второго выберет партнер проекта, магазин «Читай город». А третьего – редакция телеканала «Проекты».